солидарности, может, какой-то. Фу, мразь. Саня, я думаю, я тебе самооценку поднимаю. Да нет, я после такой хуйни еще больше приуныл. Какие шутки, такая реакция. Бля, завис. Секунду. Здорово всем. Здорово. Привет. А Джейми это женский ник? Ну это как Саша у меня считается. Как Лима в нашем случае. Дима, она моя. Рома, она моя. Так я не Рома, я Роман. Дмитрий. Очень приятно. Не, нет. Чё там, те, кто трэш бьет, доп ЕП получают, да? А если я привык к вот этому аддону, который мне показывает минутные, когда звезда падает, это типа плохо? Сука, на центре экрана, когда звезда падает, это, блядь, пиздец. Вместо кого? Ну, мизантроп же написал, что уходит. Дек может станцевать зайти. Может, не если Варенька не нужен, ну, в смысле, он пойдет не магом, а Шанану не нужен плащ, я могу свайпать. Трасла всех опала, ну, так что можешь заходить. Так там у Шанан еще выше по ПР. Там у вас ПР 140, откуда? Что это такое? Ебать, Сырка. Откуда? Кем одно когда не спросили. Его избили, кого, Шанана? Ну да. Ладно, пойдем в одну сову. Если АДК найдешь, я могу с собой пойти. Да, ну АДК сейчас попробуй найди. Шанан не бьет трэш, давайте его кикнем из рейда, и я с собой зайду. А ханта найдем сейчас. Сколько у тебя ПР? Да где-то 90. Не, нахуй, не заходи. Шанан же вчера получил за анбаф 30к. Сколько? 30к не по за анбаф дали? Да. Давайте я сейчас еще раз анбаф соберу. Давай. Если соберешь завтра, это будет 50к, короче. Давай стол. Сейчас выгодно. Не, ну я, если честно, сам охуел, что столько начислили, это пиздец. Че вы мне предлагаете бабу мою бросить, ехать на Новый год к ней и анбаф повезти? Да, я то, что бабу свою брошу и пойду с тобой на анбаф. Самогона? Я согласен. Ради такого я тебе даже свою ИП отдам. 200 тысяч получишь. Славик, ты что, разлучница? Разлучница? Видос посмотри. Не, ну музыку ты гал... Самый сложный. Ты ни о чем. Музыка полный гал. Вообще пиздец. Смотрите оригинал. Оригинал заебись. Заведем, даже на... специально шепотом говорил. Не, ну это разговор шепотом, это фиаско, конечно, было, блядь. У всех не, просто думал, резко бомбануло. Не, я просто думал, наоборот, типа, это, ну не отвлекать там. Сказал бы нормально, блядь, дай истерию, нахуй. Только, блядь, беси в этим шепотом.
Как профа убили? Ходи престом, разгоняли метки? Не, ну прикинь, псих такой в РК говорит, воет, говорит, заходи на холи преста, ему говорит, ты что, серьезно? Прикинь, и убили с третьего раза. Короче, у нас просто не было спеков и друидов хилов, и нам пришлось, ну, чтобы этот бомж зашел за преста, и он и так там баром был последний подвал. Зато вчера два протопала получили по фулу ЕП. Протопала, они по КД менялись, тупо, блядь, по всей чутке. Такой... этот неоспоримый такой, отошел он на ПК, такой проект кикает, говорит, точника. Тупо трайпадает, короче. Нормально, да нет, никого никто не ждал. Я не АФК был, у меня, блин, ошибку выдавал. Его ж да, у него ж там что-то компом был. Минут 30 потеряли на этом. Итоги, в итоге 7 часов отбал. Я по-моему норму был. Меньше 7. Я так норму ухожу, блин, 7 часов. Мы сейчас закончили каких 7 часов. Не, ну я убил. Не все мы только начали мы собирать. Первого закончили. Да, даже раньше. Ну 6 пол. С учетом того, что еще там все ФКшили перед Тухлопузом. Мы на Тухлопузе только сидели минут 40. Ну, Рома, ты понимаешь, что ты? Рома, я надеюсь на тебя. Мэзикс, раздай всем каски. Это верните кулаки. Аня вчера как будто первый раз паладином пошел ЦЛК, а чё я кресты раздаю? А, точно, блядь. Ты ж, Масап, расскажи лучше про его спек, там, что ты говорил. Он мастер аут скачал там, да? Ну, варенька там, да, начутил. А я видел, тоже посмотрел, там такой жесть. Так нормально рейд для выживаемости, чисто для ОТ, чтоб трэш не, ну, я ж не как МТ, а ну, как ОТ. Протопали, мастер аут качать это бред. Ну так это вторая девка, если шоп комнату говоришь там, дайте сакру, дайте сакру, сакра КД. Качал в свете интеллект. Ну, чай за спеком. Посмотришь, нормальный спек. Пиши гайд, Ваня. Нет, Ваня, это не нормально. Смотри. Можете еще скрины делать. Да я на видео лучше запишу. Уже интеллект. Там на силу вообще не качал, это вообще жесть. Так зачем, если я утешу? Кулаки вкачаны. Вы видели, у него кулаки вкачаны? Да не, это бредятина. Это хороший спек. Хера себе спек. Ну мне тоже кажется, что ну протопало лишнее, да? Ну зачем уже что уже бить? Не хотя я всякую фигню, если я со мной не МТшу. Дай мне вообще. Кого? Интеллект. Зачем? Силу усиливает. Можно начать уже? Так усиливает, и шо толку? Это же не ППХ, чтоб танчить. Какая разница, ты шаркарей танчишь и трэш. Да, они срываются ж, конечно. Что это за талант? Вот я пинканул. Да. Ну что за скилл молот правосудия? Ооо! Да. Нахрена. Кто танчил? Понятно. Вы еще говорили, что мой протопал говно. Тут бы ДК не очень. Ой, это ты ДК что ли был? Триксы сови наушник. КД. Ну пока лежим, можно поговорить. Ваня, что вот тут за талант? Ой, я не вижу, ты наконец. Правосудие праведник. Второй, ну, снизу, справа. Кстати, в хиле? Нет, протопали у тебя. Даня мне еще за него говорил, типа туда надо было один кинуть. Что он дает вообще? Да хер он знает, да спишу. Чего? Дополнительный прок печати дают. Какой? От которой у тебя активно, я не знаю, повиновение. Любой? Да. А он типа считается как за отдельную атаку. Наложение дебафа этого. Какое? Чё, о чём? Правосудие праведников. Да. То есть ты, когда юзаешь правосудие, допустим, с печатью повиновения, у тебя прокает сразу с одного правосудия 8 печатей.
там пиздят мою кожу, пока я лежу. Отповедоведие, что ли, ты хочешь сказать? Прокает 8? Да. Я тестил, 16 прокает. Это херня, 24 прокает. Ёба, дай стол. Дайте бафы по пету. Саня, третий аспект, нечто танка у нас Поклонская там. Хорошо. Ну, он писал. Дайте стол, дай магии стол. На Трисе в рейде, что ли? Да. Давайте мутанта снова танчит. Таркос, нет, Сенсей для первую копию, Таркос вторую. Дайте столько. Вон и нет у хилов. Бафы дайте там попавшим. Ма, зачем ты напулил на роял-то? Да это я ты был, ублюдок. Я не умею напуливать. Псих. Это ты триксы кидал, я все видел. Ген, тебя я кидаю. Да, давай. Магинту. Это, ёба, дай ту, пожалуйста. А то у меня, блядь, регов нет. Ройлу что не хватает? Паладин по себе каску, да? Начинай мутант. Копию танчит там же, где... Или, ну, МТ, или где? Я что-то забыл. Злой, зайди подальше. Ну, сторона так и немного. Эпа. Рома убью. Твое сильнее страдание. Я пока не могу прочитать это заклинание. Убил, Сань, что получилось, Сань? Походу хилы хуй достали. Да, далековато отбежал. Ты аж умер от того, что не достали? Поставьте шкаф там возле Заритрина и Поклонскую сумманите. Сань, можешь ВДК спекаться. Идите в Долоран. Можно, да, Виталик? А, я нажал кнопку, здрасте. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. Мне как раз там почта пришла какая-то, можно слетать. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Дайте бафы по ДК. Но основной целью врага... Куплю плечи тканевые за 2к, у кого-то есть? Там пару штук. Так и руководил кровожадный Заритрин. Тоже с ЛК падают? Да-да-да. В ГБ 3 штуки лежит. Да, у меня одна штука есть. Начинайте кто-то из БДК. Сейчас, короче, тут вот деньги качаются, там можно 1006 продать, если не больше. Ты предложил купить у них, и потом им сказал для чего? Ну да, я честный. Слуги, обратите их в пепел. Видать, сильно успешно. Ты же слышал, ему 25, а он не работает. Слышь, Рома, там опросник ВК, там посмотрел, сколько без работы в гильдии. Да это балабола.
Да, студенты, школьник. Он с Филипцом каждый день пишет в диалоге, как они бухали. А никто не работает, деньги только у родителей беру. Ты завидуешь, да? Очень сильно. Там тому Седдеру 22 года, блин. Нет. 22. Да не может быть, он потрясать их выглядит. Бухался, блин. Бухал. Мысленно, ему реально 22 или 23 максимум. Не, ну выглядит потрясатик. Ну не потрясатик, где-то на 26-27 где-то так. Да нет, я не видел в реале, там, блядь, ребенок. Фотошопил себе фотку, да? Нет, я когда на фотке то видел, тоже охуел, я его как-то по-другому представлял. Так, а первая батя тьма, все остальные свет. Тьму танчит Сансемилия, свет третью фазу танчит мутант. Поклонская мелкий трэш. Тьму хилит черный лимон. Войд и Розетта. Свет хилит учитель БДСМ и точняк. Филипец, ставишь тотем защиты от огня. И на третьей фазе переставляешь его под боссом. Паладины. Вы там не разделяли свои эти обязанности? Ладно, давайте Незикс, бьешь правосудием света, ставишь ауру сосредоточенности, первый фридом кидаешь Этернити, ауру на броню, правосудие мудрости и второй фридом. Сансемилия начинаешь и дальше танешь тьму. По мане. На второй фазе зальете ману черный лимон, на третьей фазе учите БДСМ. Пока не бог, зальешь ману в начале второй фазы и Лена в конце второй фазы. И на третьей фазе по откату заливаете учитель БДСМ. Графит кидаешь СС на третьей фазе, как выйдем свет, кинешь СС, пока не бог. Ракшас на точника. А, хилика подиспелишь третью фазу. В второй фазе выходить во тьму? Ой, выходить во тьму? Да. Ваня, Варенька тут? Да, готов. Оп. Заходите за линию, да, сейчас поставлю. Подожди 30 секунд. Нет, 30 секунд что-то мы будем. 20 уже. Все, начинаем. ДЦ. Хилика метка. Перебежали. Агро. Таунгл, да? Ну, если Ракшас в рейдит, это Ракшас, наверное, был. Не, на поклонскую. На поклонскую. Как хорошо, что я тут не танчу. Вот, где эти? Где разгонка? Не было на мне. Я завис. В смысле? Графит метка. Перебежали. Лужа в рейд. Рова метка. Заходи. Рейд зашли. Красава, Кощуга. Везде стоим. Макгрегор метка. Остерегайтесь теней.
Незикс, где Freedom? Скажешь, как зайти. Падаем. Заходи. Не, это хуйня, да, конечно. Не кажется, или шаманы там вообще слабые какие-то? Какие сон старые какие-то, пусть это ко мне в свет идет. Потому что я вроде как в ШП больше хилю, блядь. Ты ж как ШП обычно хилишь, это ж нормально. Ну вот я сейчас в пике ШП. Ой, ХП. Ну в ШП я больше хилю. Пиздец, не скликнул. Незик, почему... Незикс, почему Фридома не было? Ты вообще с гильдии, чувак, кто это? Ну, новенький какой-то, я не знаю, я спросил его, сказал, что тактику знает, все нормально. Спроси, что такое Фридом. Поставьте, мама, это починится. Паска есть? Незикс, с каждой нечетной метки, на каждой нечетной метке кидаешь дань свободы. На полпути, как будет метка выбегать. Плюсани, если понял. Кто его взял? Кто это? Так же тоже тебе как-то говорили. Боже, кто это? Кто его взял? Да ты тогда еще не родился, ты когда мне такое говорит. Согласен. Трудно было. Нет, я сразу пришел вагоном сюда. Да и пока с ним. Если будут с ним проблемы, я поменяю его сейчас. Я помню, ну это лучший момент был Лич. Стартует такой в 25 ян. Бежит, наносит один удар про товару, и он умирает. Один удар. Вот это больше танчил? Вот так Виталик попал в нашу гильдию. За линию зайдите. Черный лимон, ты хилишь Сансемилию во тьме. Там волнами по КД. Рома, так это неправда. Клёна. Клёна, там Розетта, зайдите за линию. Но я тогда с тобой познакомился. Не. Стойте все рейды. Кощуга, не заходи раньше танков. Начинай. Поражали же. Какой долгий, блядь. Ракша спинка. Не спал. Перебежали. Незикс метка. Бежали. Точняк.
Заходи сразу. Зашли рейд. В четвертой группе лишний человек остается. А, демон, графит, заходи во тьму. Я не знаю, кто из вас демон, кто демон, заходите во тьму. Роял метка. Тут есть что. Скашка, да? Угу. Пока не бог метка, заходите. Фридом будет, нет? Незикс. Следующий Фридом Этернити, потом через одну метку, сейчас Этернити, следующий Незикс, ты кидаешь. Так чередуете по КД. Кагорн. 50%. Бьем после лезвия, будем выходить. Пока не бог метка, выходим в свет. Куда? Ну куда ты? Пока не бог, выходи, поднимешь фаертролля. Свету рост дали. Поклон. Перебежали. Лужа в рейд. Бьем трэш, пока не бог метка, во тьме дали рост. На большом агро сейчас нормально. Ракшас метка. Малышка, беги! Ты дай ману ставьте там. После сейчас перешли. Свет не бьем босса, ждем трэш. Лужа в рейд. После метки. Машина метка. Поднимать там нету. Ну давай перебежим, поднимешь его. Перебежали. Где мой подметка? Все, беги под хвост, заходи в портал. Этернити быстрее. Босса не бьем, свет, босса не бьем. Тверкос метка. Босса не бьем, только трэш. Все, перебежали, бьем босса. Бьем трэш. Босс машина метка. Кошка дает здесь спалить. Что? Большой вреде. Уйдите. Ну, поднял сакру. Мутант, конченый. Диспель. Что это было? Нет, не убил. Падаем, падаем. Он сейчас отхилится. Васап, я на краю останусь, резните меня. Потому что тайки нужны. Согласен, поссать надо очень срочно.
еще таких. 14, ты как два раза сдох там? Первый раз пульсация, второй раз. Сколько еще таких героев? Не зафиксировалось. А. Метка. Не дохил. Фридома нету, пишет. Можно это быстро водички купить? Точка в подарок. Кому-то 50, кому-то 100. Запомните эту роковую РС. Наверное, первая РС, где Славик на первом месте по хилу. Магию от... У анба вдохновил, отвечаю. Странно, вчера вроде шаман нормально хилил на анбафе. Да клинка не смерть. Вся проблема в войде. У войда нет проблем вообще, если что. Эти бафы попробуй, пожалуйста. Бафните разбойников, пожалуйста. Да нахрен не нужны разбойники. Дайте кулак и каску варам. Ты ГП начислишь? Да. Начислил одному 50, другому 40. Ваня, кресты разбавли. Хорош, дайте каски. Ты что, уже оливье жрёшь новогодний? Да, дайте каску. Это что там, ты же 31-е, да? Ну да, сейчас в Москве 31-е уже. Через 2 минуты будет. Можете, ты пожалуйста? О, спасибо. Да, готов. Заходите за линию. Пошли после ульды. Поклонская. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Хилика. Перебежали. Сколько еще таких? Вылетел, вылетел, да. Тебя подняли? Да, я его поднял. Он вылетел. Бейте на него, бейте так. Бьем так. Перебежали. Ракшас. Диспл. Заходи во тьму, рейд ждите. Зашли рейд.
Хорошо, нам нет. Скажка, да. Сатурнус, заходите. Следующую метку ближе к морде справа, той, что позади нас. Только смотрите в лезвие, не забегайте. Незикс метка. Ну в лезвие не забеги. Боже мой. А что это за хуйня? Падаем, падаем. Нет, я звездом. Там, блядь, до лезвия был, ебать-ебать, еще не за дыхание. А, это он лезвие. Дыхание убило, просто убило. Что ты стоял там, Незикс, ё-мо? К стене надо бежать. Пропускал лезвие. Кого он пропускал, блядь? Лезвие. Шарик. Смотри, как другие выносят. Рома, расскажи тактику про автобус и про человека. Тоже с шариком. Да как дорогу переходить, я до сих пор не знаю. Ну конечно, у тебя симптом головного мозга будет. Как у него дорог нет, там что, у тебя оленьи упряжки в Сибири? Угу, на медведях езжу. Там еще всю первую фазу, лог. Я думаю, это графит. Бьет больших големов для чего-то. Он подбивает, он, наверное, оставаться будет, он поэтому подбирает. Может, Ракшас мультидотит. Ну, я видел, там стрелу, короче, кастовали. Графит Деле. Надамажил 8000 хп большого. Это много? Это много или мало? Не, это значит Ракшас. Ну, это, наверное, Ракшас. Порчу вешает. Секрение. Да, может, мгновенную стрелу случайно пустил. Не, ну там ладно, если это мультидотить, то нормально, девоп тем более. Объясните мне, нет? Да, кто быстрее? Вроде Алину выгнали. Что, она вернулась? Она написала, что она просто забила на вов. Ушла в реальную жизнь. Не знаю, я спросил, кому она даст персонажа, и она сказала, отдаст Джерри на персов. Кому? Я возьму Джерри на пересовку и добью их на видео. И потом ей пришлю. Ты это, погоди, на числа до 3-го забила, после новогодних праздников вернется. Да это понятное дело. И это, и делай это во время того, как выпустишь щупальца, блять. Вообще, дыши. Было понятно. Сначала голду только скину. Буду удалить весь шмот, понял, оставить персов. Лапу. Лучше лапку. Лучше интеллект. Кому гид кидай КП? Ну а кто сдох? Клёна вылетел. Давайте, давайте. Кто хочет мне ГП дать? Да. Кто? Виталий. Ой, этот Дима. Я хочу тебе ГП дать. Ты его плачек не забрал. Да там Шанан на плащ врывается, чё вы, блядь? Незикс, зайди за линию. Понял, так, следующий фильм. Начинаем, бульдог. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Повыпала честь. Узреть начало эры разрушения. Графит метка. Небеса в огне. Перебежали. Да как? Я могу перезарядиться. Вставай.
Манами сразу. Ух, дайте ему там каску паладина кто-то. Пока не бог нет. Там по класс какие-нибудь точно. Ну, профитнее, чем протейна. Листья вылетел, походу. Ты с нами, Саня? Трисия. Я вылетел. Я вам в РК говорил, диск или что, не? Не. Не заходи пока, подожди. Шо? А я не тебе. Все, заходи. Зашли рейд. Учитель БДСМ метка. Графит метка. Заходите. Заходите. Куда ты вынес? Следующую метку, по идее, нужно было туда умер. Выносить. Пусть там этот лимон остается на. А как он умер? Знаю. Ну, я пока один похилю, если шо. Пока не бог, как выйдем, поднимешь. Макгрегор, выходи на третью фазу света. Скройл, метка. 56. Горн. Горн, ДК. Спасибо. Разве это минус? Может он падать? Заебали! Типа трой назад спрашивал, может ДП будем давать? Сейчас кто косячит? Ну, господи, 5 вайпов подряд, что ты хочешь уже? Дизмораль идет. Мы вчера на профи, типа 11 раз упали, ничего. Я не был вчера на профи. На анбафе. Так понятно, блядь. Чё ты там забыл бы, блядь, на анбафе? Ой, не господи, крутые. Мы... Первую неделю. Всем тогда ГП когда... накидывайте, господи. Кто умирал чем? Вообще? Да всем я накину, не пишу. Чем ты называешь имя господа в СУ, я не чё понимаю. Чё вы такие негативные, я не могу не понять. Стыдно. Годом, ребята. Войт вообще не в тему, ну ладно. Первую нашу РС-25 гир мы 3 недели траили, там, наверное, ну траев. А первую анбав сколько мы траили? С первого трая всех боссов. Но спасибо, на 20-минутном личе, а вчера убили на 15-минутном. Спасибо, Трися. Я был в том рейде, спасибо. Да, я знаю, это было Релом, и ты лучший РЛ этой гильдии. Кто был лучшим РЛом? Ты, Рома. Подлезал, хорош. А это был первый анбаф вообще? А почему-то Трися не меня назвал, мне послышалось. Я назвал психа лучшим РЛом этой гильдии. Почему псих? Потому что не ты. Да, почему псих? Ну потому что он убил 15 минут, наверное, баф первый. Рома, ты... ИРС еще убил первый, говори. Ты не лучший, ты консультант просто. Его там повезло, оскорбление и Вальки Новаков кидалось, если чего. Он просто фарфовый. Да там вообще пиздец фартивы, блядь. Его это еще дамажил просто как за двоих. Так он же не с первого трая убил. Неважно, злой, давай ролл на сотку. Давай. А 100 ГП, что ли? Не, на 100 голды. ГЦ, потом отдам. Скипа ДК, дайся, пожалуйста. Интеллект. Там, если что, Джерри, ну, 10к привалило в золоте. Если кому-то там он должен, пишите ему, он деньги отдаст. Мне сейчас 4к отдал. Каска. Там Сорфейд Джерри нам была должна еще, бля, по 5к. И свалила. Касок нет. Мне есть. Сейчас твой плащ упадет.
Да я его не забираю, Шанан забирает, у него ПР 140, ты гонишь, блядь. Может, он сейчас сдохнет и получит ГП. Да и эта сотка не поможет, отлично. Блядь. Да не сотка, там 500 прилетит и отлично, супер. Злой, не психуй. Ну да, смерть. Да, мне вообще похуй. Да дело не в этом, мне на самом деле уходить надо. Куда? К своей? Ну ладно. Роме, что ли? Рома, зайчик, я еду к тебе. Филипп, точняк. Туда-то. Соберитесь уже, пожалуйста. Уже на пол повесил. Я повесил. Филипец. Все, начинай. Вы вылетайте, пожалуйста. Ну, сейчас за вылет тоже будет. Короче, я лагаю, если меня слышно. Хорошо, Рома, ГП получишь. Слава богам. Перебежали. Не против этого, но это было реально, я вылетел. Ну, я понимаю, но сейчас я говорю, кто вылетает, тоже получает. Этого трая. Филипец Смит. Так, я отлагал, и я жив. Я рад за тебя. Мутант метка. Чем все равно. Перебежали. Я опять лагаю. Вы уже в рейд. Вы ты умер. Ты умер. Я напуливаю, чё вы базарите? Точняк, Мак. Ты слагаешь. Ну там, дойди, не дотягивай. Не заходи пока, подожди, как лужи начнут исчезать, я тогда забью. Всё, заходи. Уходите, если посмеете. Зашли рейд. В звезду встали. Поклон с камень. Остерегайтесь теней. Незикс, где Фридом? Скажешь, когда? Ройлд метка. Заходите. Ближе к морде сейчас роил. Процентов. Хороший фрид мод. Ладно, сейчас поменяем его. Беги, малышка, беги! Будет метка. Может, он не врка? Да врка он. Может, у него подмышки спать. Бьем пока босса, после метки будем выходить. Чуть БДС метка, выходим в свет. Выходи сразу в свет. Че ты выходишь с метки вот? Ну да, не вижу. Выйдешь в свет и выйдешь стар сразу рост. Только с метка давай рост. АМС где? Перебежали. Фаертроль метка. Вижу, вижу. Босса не бьем свет. Во тьме раздайте, забыл. Клёна метка.
Бьем босса. Ёбаемка. Перебежали. Поставлю тотем, прочитайте. Свет, стоп по боссу, свет ждем трэш. Ёба метка. Пою гимн. Сука. Клёна поднимаю его. Чми спутанты. Это нормально. Макро. Где мы метка... Как перебежим, хилика споешь гимн на ману. Залейте ману, учите ВДС. Перебежали. Где мы хватит? Поклонская метка. Перебежали. Фаертрой. Я сам здесь стою. Беги, малышка, беги! Помоги. Так, все. Босса не бьем, свет добьем, подождем 50, все, добиваем босса. Ёба метка. Все, перебегаем и добиваем босса. Даже можно было, наверное, не перебегать. Не, ладно. Не можно было. Красава, Войт. Что защупал? It's it, fire. ГЦ Войт. Первый раз в жизни, блять, я первый по ХП. Да там Шанан же. Он не ролит. Он ролит. Флэш ролит. Роль. Скубери так много, чуть не сломал. Блин, надо было ману все-таки идти. Кто выиграл? Шанан. Какой пэр? Вы можете заходить? Блин, ты чё, подарить этот плащ, что ли? 30% там вроде говорит. Варенька, ну как ты говорил, играл Мелика, там. Мелика, блин. Через молитву. На, о, я понял. Ваня, ты почему ты только через год решил спросить этого Варенька? Я, в смысле, я и так, всегда так делал. Да, это начислите мне ЕП точно. Похило дёрнул. Числите мне ИП, я... О, все.